В отделе ЗАГС Мотовилихинского района готовится к красивой дате 12.02.21. В эту пятницу, что приходится еще и накануне Дня Святого Валентина, здесь ожидается свадебный бум. Мотовилихинский ЗАГС отремонтировали в прошлом году, и теперь он один из самых красивых. Здесь можно провести не только регистрацию брака, но и рождение. Такие церемонии тоже теперь по желанию родителей проходят торжественно, в присутствии родственников и друзей. В 2020 году рождение было зарегистрировано порядка более 12 тысяч детишек, что на 4,7% меньше, чем в 2019 году. Из них мальчиков родилось 6285, а девочек 6048. Интересный факт. В отличие от китайцев и жителей других стран, пермяки не показали большого желания расторгать браки. За 2020 год развелись 4760 пар. Это примерно на 500 меньше, чем годом раньше. Однако и число браков в Перми снизилось в сравнении с 2019 годом на 1500. Узаконили свои отношения 6664 пары. Снижение началось примерно с мая прошлого года. Это традиционно май, так как это связано с майским месяцем. Ну и летние месяцы, безусловно, было некое ограничение. Вначале было до двух человек, то есть это брачующиеся непосредственно, они только приходили в ЗАГС. Ну а в дальнейшем на церемонии бракосочетания было до 10 человек. Все равно такое торжественное событие, как регистрация брака, оно должно сопровождаться большими гостями, родственниками. Поэтому просто люди откладывали на более позднее время. Специалисты отделов записи актов гражданского состояния говорят, новая волна желающих пожениться уже пошла. И, конечно, статистика браков 2021 года должна выровняться и превзойти пандемийный 2020. Важная информация. Пара может подать заявление на регистрацию брака в любом из отделов ЗАГС города, например, в Мотовилихинском.